Китай и Киргизия заключили более 10 соглашений по итогам переговоров премьера Госсовета КНР с руководством центральноазиатской страны. В Бишкеке Ли Цзян провел встречи с президентом Садыром Жапаровым и премьер-министром Акылбеком Жапаровым. Одной из главных тем обсуждений стало строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан. Она должна стать ключевым звеном новой сухопутной транспортной магистрали, которая откроется в рамках программы «Один пояс, один путь». Стороны уже утвердили технико-экономическое обоснование проекта. В пакет утвержденных документов вошли договоры о совместной разработке угольных месторождений и создании приграничного логистического центра для перевозки угля. Также Пекин и Бишкек подписали соглашение о строительстве в Киргизии ветряных и солнечных электростанций, меморандум по инвестиционному взаимодействию в цифровой экономике и программу приграничного сотрудничества до 2027 года. Страны заявили, что намерены открыть третий КПП на общей границе и увеличить пропускную способность двух существующих пунктов.